твою мать! Ебать. А что случилось? Авария. Он что, в бордюр ехал? Ага. Собаку обижал, что ли? Да. Ёб твою мать. Бля. Пиздец. Понял? Если бы она у них на территории тут была, а так им надо ходить туда-сюда, блядь. Поэтому, хотя охранник тут есть, их же двое тут, блядь. О! Шо она, блядь? О! Здрасте! Ох, тит колотит. Однако. Как обратно ехать? Да вот как-то не знаю. Объезжать придется.